Вернейший монастырь в лесу. Да. Из древних. Из всех древних на Шри-Ланке? Да. Или вообще из всех монастырей? Из самых древних монастырей в лесу. Самые древние монастыри в лесу. Пень сожжена термитами. Песочный пень. Да. Песочный пень. Да. Платили 300 рупий, а на соседней скале стоит 3900, то бишь 13 раз дороже. Разгадать разницу мы так и не смогли. Внизу нашей скалы находится буддийский монастырь, а по пути сюда мы встретили спящего Будду. Mm-hmm.